это ваши или кого? Это Пифовский. Нет, если можете взять, только не проебите. А, ну такая система. Только как бы проебали бать. Не, мы можем своим. Получать газ за минуту, два, и закончим. Ну, Петька, ну ты шо? Сборная судья была датница, против меня и далее. Иди, Лёш, Лёш! Кричат, бьётся на кровь. Пошёл нахер отсюда с поля. Чё хотел? Чё хотел? Я слушаю тебя, чё хотел? А ты мог бы сюда пройти? Какой ты это? Саня, если что, идём нажмёшь, я... Перебогу! Разворот, Паша! Браво! Сколько у тебя времени? Неправильный ответ. Понял тебя. Понял. Молодец! Стой, чинок, ты поставь! Ну ты, блядь, играешь, бог! Ты на лице сверху! Сейчас решай. Заходи. Выше, Лёш, выше! Браво, красавчик, Лёша, бля, ближе! Сужай уже, сужай! Ну, золо в цепи, нельзя такую передачу отдавать, даже если дошла. Он вот здесь находился, вот тут, вот где, блядь, чёрт, блядь. Дайте наш, блядь. Егор, а кинь его сюда. Сейчас Даня подойдет, попросим накачать. Ты Магомеда положил его? Yeah.
15 секунд прошло. Не надо качать. Не надо. 2-0 уже. Непонятно, тут должно быть. Не должно быть так. Ну вот прошлый матч, словно. Ну, ват, по-моему. Ну, тоже как бы. А следующий какой матч? Иди! Дай! Стреляй, стреляй! Блин, Роман, видишь, я вообще не хотел. Берем замену! Вань, чего еще? Два гола. Вада, центральный иди. Правый центральный заряд. Кого нет? Давай быстрее, давай, делай. Ты что, ты геморрой? Положи его вот тут. Да. Один, два,
лево, Сюля, лево. Дай центр, дай центр. Какой ты жмотка это, пиздец, я тебя сейчас поменяю. А кто отдал? Сейчас тебе очень много работы. Что ты хочешь? Я их не могу найти. Корзина. А, все, нашел. На рабочем столе это есть. Все, сколько сыграть? Не на рабочем столе. 14-47. Саша, неправильно это. Влад, если ты молча будешь играть, ты так еще 15 раз не получишь. Скажи, он на тебя разворачивает. Давай, блядь, не забывай, что ты один.
Давай, давай, давай!
попадание. Он же первый на мяче. Там, если прикасаться, метр вне игры было, как минимум. Может быть. В момент передачи у меня кадр, вот та часть поля. Я здесь ничего не видел. Это Рому хорошо контролит. Смотри, у тебя есть кости. Включайся, включайся, Владик, давай. Просто у кого-то из футболистов скинул машину. А мне тоже не надо. Вот именно надо. Да, идет, идет. Тебе Захариков что-то написал. Захарик, умирай! 28. Захарик написал. Миша, иди. Тут нас и так много. Завтра Павловск 15-17. И дальше сумма. Ты с кем-то поменялся, я? 3 ТР. 3 ТР. До 2 часа. Лёха очень дешевая. Павловск? Да, за 3000. 2 часа за 3000. За 17. Я занят. Во сколько у тебя город? Во сколько у тебя город? 26. На Пражке? Нет, на... Смотри, они на международный делают. На Буховскую. Где стадион на Бозе? Где большой стадион на Бозе? А, на Бузе. Там Алма-Санте. Лёха, не похоже было на Бозе. Иди сам. Это что ли? Блин, как ты зовут? Слава! Слава! Не надо тебе! Это не футбол. А? Это не футбол. Убегай, да! Убегай!
причем это очень дешево, как бы, за 3 тысячи за 2 рубля. Слушай, не тыси, я сейчас тебе все расскажу. Я понимаю, не тыси, не тыси. Да, 5 о, да, 5 во вторую, да. Дойди до Толика тогда. Один, Вадик. Вадик, проси! У тебя Ю-19 же, да? Хорош! Кто у тебя играет? Принимай, он сразу не могут. Уже посмотри, он тебе не отдает. Будь чуть-чуть на глазах у него. Не разворачивай, кости вперед, он не разворачивает. Вады, у нас только золото. Я не вижу, Лёх. Нет, так мы побреем чуть типа прием дрой и будем. На сайте. На сайте. У тебя Ю-19? Еще раз. Лёха. У тебя Ю-19? Что я не вижу завтра матча. 3 часа. Я вижу в колбе на матче 3 часа. Прибежали 50 метров, чтобы я чужому отдал. Ходи, ходи. Нет, ходи. Правая группа, чистая, чего там надо. Спокойно, тебя тропуют. Второй тест, стуя, второй тест, стуя. Ну. Шаг. Ухо. Давай, блядь, ёпт! Ну, давай, 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 давай
короче, не нашел я. Не нашел я твоего матча. Ты нам всем пиздишь. Ковей, Влад, ковей. Слава, можно выше. Все, уже, все, падай. Падай. Куда спина? Слава спина. Надо понимать, он тебе дает. Левее, правее, ты за ним стал. Пошел нахрен, а? Где ты нашел вне игры? Развернись! Ты кого нет? В целом передача была, когда никогда еще не было вне игры. Да ладно! Я тебе финал кубка дам в поле. Да, финал кубка тебе дам в поле. Какой штрафной? Что? Хорошо. Да он жестко. Не, ну. Да. Дай! Смотрел я на тебя все в бейсе. Ты мне скинул видосы в бейсе, где этого убили. Вот. Смотрю, Рома опять без гетто, в шортах сел. Так.
Форма – это лицо судья. Судья начинается с формы. Такое очень сложно. Дай угловой, там все уже стоит. Дай угловой, не знаю. Да не факт, что там очень такой. Где у тебя трансляция? У меня идет сервис друг. Где мяч? А если бы это был не я, да. А какой-нибудь враг? Ты впереди, ты поднимайся, нет, боюсь. Вот здесь, да, вот здесь там один. Да, не мучай. Какая точка? Получи, получи, хорошо. Делай, делай. Даня, я тебе большую взял. О, вижу, по центральной защите, Борчик! Спасибо большое. Ты-то белый? Не, я же... О, подожди, центральный играет! Да у тебя... Иди выпусти, Бабасич! Может, там, товарищ судья прибежит. Че, забили? Да, куда? Да, я. Попал в разу, будет, блядь, быстрее, блядь! Я знал, выйдите, не получилось. Минуты, Лёх. Зинок, катайте. Вот что, сейчас мучиться? Будем мучиться. Давай, давай, чё? А это какая игра у нас? Давай, сюда! Это 14.30? Да. Да, Игорь, кому, никого? Да, ё-мо, а. Стой, давай, давай, стой. Спокойно, всё. Дальше. Давай, дальше. Давай, дальше. Давай, дальше.
Это в тех командах, где Богатов на колено. Чего? Чтобы играл номинальный вратарь? Ну да, Чук играл в тех командах. Вот у нас, например, в Корее вообще 1-1. Да. Но он играл в поле. Это? Ну, давай память самых ярких матчей. Это когда мы в 2007-м, по-моему, приехали в Киев. Добрый организатор, приехали на 2 игры подряд. Плюс 38 дней в Европе. Все же годы мы по такому. Ага. Ну и типа... Я так подумал, что нормально, я в поезде ехал, в Мухалку. Ну, я буду выходить на 10 минут. Ну, если кто устанет. На втором тайме эти твари начали уставать очень быстро. В том матче. Uh-huh. У меня было такое ощущение, что я сыграл ему больше, чем тайм был. И конец там же второй уже. Все, женат, по-моему, я уже не могу. Такой, я сейчас еду, нормально. Куда вы типа? Пизды в защиту. Я там кого-нибудь завалил. Да куку, блин, завалил. Нормально, завалил пару человек там. Был желтый, нормально. Второй раз был золотой матч с Белой, когда у нас пришло играть золотой матч 10 человек на вратаре. Это говно падение, дал блин. Ну как играл, он стоял? Ты надоел, блядь, забей сильно, ударь просто! Просто подъема, дай, дуй! С этим. Иглсен. А это не доезжает. Куда, блядь, ёпта, стоим, блядь, где-то смотрим, блядь. А, так вон никто же в это будет. Вот, на золото, смотри. Давай, судья, ну, бля, ну, смешно, я же это круто. Хотя бы через раз, да, ладно, уж там каждый раз, похуй. Ну тут вот... Андрей! Вы что вышли, блядь? По мячу не попадайте вдвоем! Вы что вышли, я не понимаю! Пусть сами забьют, блядь, что-то! Можно, можно, дави! Давай, давай! Почему 5? 4. У меня 4. Там дует, дует. Вообще кто-то похоже допиздится. Да там вожа опять рота. Дайте, блядь, защитником последним, вы чё, блядь, да? Там, скорее всего, было. Сай... Ну, отсюда сам... похоже. Саня, Саня и Муха, Саня, Саня, Муха, Саня тоже, Саня тоже. Саня, Саня, Саня тоже. Я хочу, чтобы мы, блядь, нахуй убивали, блядь, понимаете? 4-0, блядь, придём, блядь, мы встали, блядь. Чего, блядь, если Сюля, блядь, 1-1, блядь, забивать, что ты делаешь? Иди, иди, блядь. Иди, иди, иди. Ну, можешь не давать. Ну, блядь, ну, блядь, сохрани мяч, блядь, ну, приём, блядь, ты говоришь, что... Ой. Иди, иди, право, лево. Ой. Да что ж ты делаешь? Два уж сзади. Понятно. Лево, там, лево. Иди. Лево! Здорово! Два забития! Спокойно! Спокойно! Торопись! Торопись! Но! Но он кричит! Ну дай поперёк, передай! Но он, я слышу, 4 раза! Чё, ты мимо же? Ну дайте пас, блядь! Не было, не было, не было, не было! Там возобновляй! Там дырка, дырка, да! Блядь, давайте сосчитайте, чё это!
Давай сюда! Давай сюда! А чем голка не нравится? А, там, я смотрю, мяч в ворота. Я уже пересматриваю этот момент. Дим, Дим, повыше будь, Дим! Дима, да, да, Дима, не надо опускаться, пожалуйста. Иди! Дай ногу! Дай ногу! А, здесь типа все вопросы анонимные? Кстати, все вопросы анонимные? Телеги? Да. А я просто смотрю, где выбрать, чтобы он анонимный был. Это не я, это я. Андрей! Ты разворачивай! Ты не имеешь... Где там ушел? Леша, ой, Рома, ты не имеешь права дать желтую карточку, потому что... Ты не имеешь права дать желтую карточку, потому что срыв атаки не случилось. Да. Дело здесь два. Попытку нельзя дать. Не смог, значит не смог. Срыв это когда вот он держал и удержал до самого конца. Это срыв. А когда он держал, отпустил, тот дальше побежал, не значит, что не срыв. Это желтый, или это по случайности? Какой штрафной? Желтый. Если это штрафной, то это желтый. Почему из штрафа? Давай, давай, давай! 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 Давай, дав
еще шаг. Пойдем ближе, блядь. Слушай, ближе, нахуй. Лёх, не начинай! Дай завязаться, кричат в воде! Ты, сука, долбоёб. Ну, я посчитал, что это супер крутая идея. Охуенно. Пожалуйста. Я тебя оставил. Нет! Дай, Славик! Иди сам!
что, Гоша победил? Да, 7-1. 7-1? На последний секунд. О, доктор! Как ты? Да, кому доктор был? Я специально выбирал, кого тебе лучше. Доктор вот стоит. Я должен на следующий год специальную манишку шарфовую. Ладно, села улиц. Вот это вот нормально в школе. Не, ты понимаешь, мне вот тут надо выпить, я не могу с ним выйти. Вот это вот. Я с этим не могу выйти. Больше стадион, короче, все бьют. Мне даже красава, Али. Красава, Али. Просто респектуют. Капа, около официала. Капа, 20, да? Да. Я еще водички еще взял. Пару мочек. В один день вообще все сомневаются. Я так понимаю, очень плохо на тебя. Я думаю, за полчаса я не успею сразу сказать. Стой, 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 стой. Правее, Влад, правее, Влад. Не супер дорогой. Да не пробуй, Саша, Саша, пробуй. У тебя два матча потом стоят. Залил, и такой, блядь, тащи! Да, потому что они платят на... Вот, нормально, нормально! Стой, сейчас, не выключайся! Я не знаю, что такое. Я был, и там, блядь, стоит, блядь, платить. Хуй знает. Вон, получается, что там... Сейчас, смотри. Толпой. Завтра работаешь? Да это надо вести. С этим. Так надо было идти. Ты хотел, чтобы у вас больше. Я к маме день рождения в кафе, по выбору. Блин, так сладко. Пушка, блядь. Пушка, блядь. Отбивай, отбивай, отбивай! Ты не видишь, ты чего, блядь? Чего, Гошка, дорогой? Ну, стоял, блядь, вы здесь принимаете, а другой. Зачем бы они взяли Гошку? Пустите еще там, блядь, еще полчаса, блядь, не знаю. А можешь купишь? Или ты деньги все слил? Да нет, не мои деньги. А? Не мои деньги. А че? В смысле? А? В смысле? Ты что, мы ее смотреть можем? Ты ему деньги? Ты ему деньги отдал? Че ему деньги? Его деньги. А сколько у тебя денег сейчас? Да мне не видно, что скинул. А? Еще не скинул, 12 тысяч. 12 тысяч он тебе скинул должен? Да я понял. Он же тебе 5 должен. Он должен был вообще 17. И 5 скинул? Всего месяца за 3 месяца. Ну, когда он мне звонил ночью, говорил, Олег, скинь мне 5 тысяч на мою жену, я говорил, нет. Он занят, короче, 50 тысяч, так и есть. У кого-то? Его, что ли? Забыл? Зато у вас сегодня Костик сильно. Да, мы уже пожали. Тоже вам не нравится. А ты нахуй ему занимал? Он спал в ночь, ночью. У всех свои травка. Я его увольник. Он у тебя сразу типа попросил сумму? Или 5, потом 5? А, нет, подписка. А нахуй ты ему дал? Время игры кого угодно, ты сюда приведи хоть Калина. Да. Давай, давай, Андрей, давай! С карты мистер без карты. Андрей, приноси! Давай! Это Калина. Вот меня не нужно. Ты думаешь, что мы трогаем? Пока что я. Ну я не... В трудовом смыкере он поговорил. Ну я не так много там ел.
Ну, регби хорошее было зимой, да, Леш? Это же зимой было или когда? Это очень похоже, что было. Что-то там холодно было. И снег. А, еще синие забили два гола, и их отменили. Так что, Гоша, сколько у тебя накоплений? Вот, Ром, я специально летел ворчать. Я помню, где 17 был. У тебя бесплатное? Или что, коммунальное? А сколько у тебя стоит? 5. Свет плюс вода? А газом пользуешься? Нюхаешь? Давай закладимся с никого. Давай закладимся. Ну что, кстати, не так. Ну у тебя квартира не хочет. А мы им рекламу. Она тебе на платит. Банна жизнь поедет. Там агату выставляют. Что рассказывай? Бля, Гоша, сам в ЖКХ ходишь? Ты про Нурева рассказываешь. Стою это Лен Энерго за бабу себе. Очередь из магазина. В почтобанке. Три гола отменили. Да нет, хорошо, мы не пришли. О, кстати, полтавцев. Сидоренко уже когда уезжал, он только Ведюху с собой взял. Сидоренко, когда уезжал, он же только Ведюху с собой взял. Кстати, тебя сэкономит, у него неплохое же было. Я нет. Дэн с конечно. Он же только Ведюху взял. Вот он нашел тебе компьютер. Денег на Ведюху. Ну как же? А если там красная, как у меня? А ну-ка, врата, он не успевал. Он палит, но он не первый. Ну да, значит, не даст. Если врата играет, то что? Лех, ну это жопа. Типа, мое личное мнение... Я не вижу здесь явно вообще невозможности, потому я что... Леша, вот честно, не разбираюсь такой... Леша, услышь меня. Я не вижу явно решения возможности, потому что вратарь должен был забирать цепь. Я объясняю, что не надо. Не-не-не, посмотрели, все нормально, желудок. Важа, ты сегодня просто прекрасен. Давай. Спасибо, что отдали. Лёх, а предыдущий гол ты кто забил? Золотарян что забил? Ты знаешь, что он делал? Ворал. Ух ты! Кстати, если бы ему дисквалификацию дали, он бы не забыл. Лёх, кому дал карточку? Нолик. Ребятки, сюда нельзя. А кто по Золотаренко дал? Детей не пустил. Лёха, а кто должен? Попов. Ух ты! Гош, жалко ты не играешь. Ты бы мог забить и Chicken Dance исполнить. Я думаю, что там со мной читать. Да мне в ТикТоке выйдет видос. Как в новой FIFA празднование курочки делать. Я уже состав все собираю. А ты ее купил? Нет. Брока! Брока! Выше! Выше! А выше! Можно? Да.
То есть, если бы я только назвали. И он, кстати, смешно, он себе подписку купил за 4,5 тысячи, а FIFA не купил. Да. А там без игр, без всего, просто онлайн. У меня со всеми играми... Там ёбнутая цена. Надо просто мне фифу купить. А? Вопрос фифу купить. Сейчас будет замена. Да. Тебе? Или Ивану? Хорошо, в ДС сидим, и Иван такой говорит, бля, может PlayStation продать? Я ему говорю, да, из Адепт. Он куда нет, да нет. Типа, вы что, долбоёб? Хороший гад! Никого нет, спокойно. Вот, центр, пусть центр играет, не забывай, пустись для массы. Замена. Я извиняюсь. Но он не успел, он имеет право. Так я по кого говорю? Я понял. Я просто комментирую. А он и не думал, он забыл. Егор! Ты ж последний мяч забил в 23-м. Фамилия. А, вот, без мягкого. Да, тут записано. Никого не волнуйся, без мягкого. Серьезно? Меня не забил. Я уже... Будешь на свидание позвать? Да. Чё отплывался? В 7. Не могу. Я расписать. Спать уже. Какой следующий матч? Торпеду с кем? Да это я... Спасибо. Я, кстати, исток не вижу. Чё вы, я исток не вижу. Исток умер. А? Исток умер. Исток в школе. После уроков, видишь... Исток на допах. 6 часа. Спокойно, спокойно. В субботу 7 уроков поставили. Кстати, прикинь, в нашей школе отменили учебу в субботу. Клянись. Пиздец. О, да, ты не умай, нет. Они учатся больше, типа... Да, только всего лишь 2 дня по 8, а. Есть 7, вроде 6. У Агаты. Пизда. Агата в 11 тоже? На кого? География. Блять, на кого? Что? Блядь, география, что на кого, блядь? Там можно, блядь, пойти потом. Географ? Географ. Блядь, учитель там. Нахуй. Ее в Сибирь отправят изучать почву. Это же географ, блядь, делает. Изучать почву в Сибири. Хвойственную. Вот эту, блядь,
Траву, которую я убрал, пахают. А сок? Как-то так. А сок это, который режет пальцы. Ну, недавно мать сказала, что типа... Мать сказала, что у Свята на неё аллергия. Не выбирает в рот себе. Печально. Не спортивная же? Что? У ваших собак у Свята аллергия на всё. Поважи! Поэтому собаку на улицу высели. И Свята скоро тоже, блядь, на улице. Дальше! Делать! Делать! О, нет, офсайд. Ваш Свят, дайте Оксану взять. А? Туалетка будет? Не будет. А зачем? Момент закончился чем? Другой голом, зачем проверять тогда? Надо для самоудовлетворения. Плюс два гола. Красный мяч забыл. Ну это лучше. Как там на детстве. Спокойно, спокойно. Мне просто интереснее золоту желтую выписать, а не посмотреть. Все. Нет, еще. Ну сейчас, 20 секунд. Сейчас будет. Успокойся, я тебе говорю, меня слушай. Торпеда и сток. И сток в красном, торпеда в этом. Иди, иди! Торпеда в этом. Желтый до конца мужчина, да? Торпеда не важно. Трогай вас, два!